обрушился дождь. В объектив видеокамеры телекомпании «Алау» водитель «Лады» попал благодаря тому, что минутой ранее его машину заметила камера, установленная на автомобиле полицейского патруля. Она передает изображение на электронный планшет, на котором установлено мобильное приложение «Кургау». Эта программа определяет нарушителей, подложные номера автомобилей лиц, лишенных водительских удостоверений, машины, которые находятся в розыске, например, за неоплаченные штрафы. Сейчас в базу внесено почти 4000 транспортных средств, которые полицейские усиленно ищут, так как в регионе, как и по всей республике, проводится операция «Должник». За период проведения ОПМ по области выявлено 208 транспортных средств, из которых 73 водворены на специализированную штрафную стоянку. И изъято 63 государственных регистрационных номерных знаков. Кроме того, по постановлению судебных исполнителей задержано 6 транспортных средств. Полицейские выявили и 2,5 десятка водителей, которые ездили на автомобилях без страховки. Нашлись и четверо людей, которые управляли автомашиной, будучи лишенными прав на это. Удалось полицейским заметить и несколько автомобилистов, имеющих большие задолженности по штрафам. Например, один водитель на своей Toyota Alphard задолжал более 500 000 тенге. Всего с начала года в регионе зарегистрировано почти 60 тысяч нарушений по линии безопасности дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержано около 600 водителей. Наложено штрафов на сумму более 800 000 000 тенге. Из них взыскано на сегодняшний день более 510 000 000 тенге. Всего за период проведения ОПМ на территории области посещено более 3000 должников по месту жительства. Но взыскать большую часть задолженности с нарушителей, отмечают полицейские, удалось все же за счет доступа сотрудников к мобильному приложению «Кургау». Им может воспользоваться как патрульный, так и, например, участковый инспектор. Усиленно искать с его помощью должников полицейские планируют до конца июня. Алексей Краснов, Наталья Луговская, РТН.